Всем привет, с вами Какой-то Чел, и добро пожаловать на второй выпуск моего небольшого блога. Я рад сообщить, что почти закончил с написанием сценария для второй серии романа Евы, и готовюсь перейти к следующему этапу, а именно озвучка и последующая раскадровка. Как бы я еще думаю насчет голосов главных героев. Насколько вам должно быть известно, в пилотной серии они все говорили голосами роботов. Вон для примера. Чух. Ох, это Ева, моя подруга. Она думает, что я умею читать. Роман, какой же ты оболтус. У Евы, скорее всего, останется такой же голос, чтобы подчеркнуть ее искусственность. Роман заговорит новым голосом, чтобы это звучало как-то вот. То есть вы наконец-то сделаете из нас волшебников? А насчет Василисы Игоревны и других персонажей я еще не могу точно сказать. Но учитывая, что у меня нулевой бюджет, самое лучшее, что я смогу сделать, это позвать одного или двух знакомых. Может, это даже будет кто-то из звезд отдела Кринжа. И если вы не знаете, о ком я говорю, дам вам немного послушать. Там у нас были шикарный мужик. Я решу, когда придет это время. Никак. Я знаю, что ты здесь. Ответь мне. Оператор. Клем. Единственное верное решение – обратиться к народной мудрости. Гендиректор. Чего вы ждете, уроды? А ну-ка быстро подпевайте! Если вы очень хотите кого-то из них увидеть, обязательно пишите в комментариях. А пока на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. До скорого.